Приветствую всех зрителей моего канала. Меня зовут Олеся Архибис. Так, сегодня у нас с вами распаковка 4 посылок. Это благовест, как всегда, жемчужную Сирию вашу любимую заказали. Там бабочки разные поприезжали. Так, Дана, тут у нас всякая БС-Солис, еще там что-то не помню. И самое главное для меня это Эдельвес. Я только начала с ними работать. Посмотрим продукцию. И еще, ребята, вот я вам говорила, что получила бисер. Да, здесь около до 60 килограмм, 50 с чем-то. Просто не успеваю. Это было тоже еще ящик стоял. Я уже так скинула все вместе. Просто не успеваю даже разложить его, как видите. Так, вытаскиваю по чуть-чуть. Но я то, что еще, скажем так, не разложила, наверное, все-таки соберусь и на днях сниму вам видео, чтобы показать там, бывает, смотрите вы и смотрите разные переходы, да, что для вас, может, какие-то новые артикулы бисера, хотя, в общем-то, для меня все это уже давно не новое. Вот, так что постараюсь на днях снять. И начинаем мы с торговой марки Дана. Ну так, по чуть-чуть все мы посылки сейчас с вами развернем. Это у нас А4 формат. И ежик. А ежиков там, кстати, у них есть несколько этих из этой серии. Вот эти вот розы многим полюбились. Они есть полные зашивки. Ну, то есть фон, где зашивается, это у нас частичная зашивка. Так, одна и вторая схема. Потом дальше гортензия в корзине. Ну, это еще из старых схемок, да. Там еще этого плана подобное есть. Так, вот эти снегири тоже очень многим полюбились они. Так, несколько тут схемок. Маки. Частичная зашивка. У нас фон у нас не зашивается. Только сам букет вышивается. И за счет этого у нас получается такая 3D-картинка, да? Вот эти птички тоже очень многим полюбились. Корабль, как называется? Парусник. Вот. Маковое поле, да, наверное. А, я с краба пола. Красочное поле. Полная зашивка. Тигр. Тигр. Здесь у нас полная зашивка. Вот эти бабочки такие интересные. Смотрите. Тоже будет объемная картина за счет того, что это частичная зашивка. И у нас вышивается вот частично листочки, частично цветочки, да. И бабочки вышиваются. Вот, смотрите, какой букет красивый. Ромашки, ромашки и маки. Это я как-то совмещенно хотела сказать. Машки, маки и ромашки. Вот букет роз. Корзина. Потом щедрость. Тоже многим полюбившаяся щедрость. Что здесь у нас? Сакура. А, вот смотрите, какой милый зайчик с цыплятами. Я эту, вы знаете, я эту схему первый раз получила. Первый раз у меня как-то заказали ее. Я на нее смотрела всегда, думала, а может взять так, пусть будет, может кто-то купит. И так как-то не решалась. Смотрю, такой милый зайчик с цыплятами, смотрите. Так, тоже калина многим полюбившаяся. Так, камеру чуть-чуть наклоню вам. То же самое. Ага, букет роз вот такой вот. Это у нас полная зашивка. Вот, это серия таких, как это называется? Ну, такие акварельные звери, да, разные. Тут у нас заказали пару схемок, но вообще их больше. Есть еще в круговой зашивке. Они там у Мики есть в круговой зашивке, по-моему, разные. Так, вот это у нас БС Солис. Ну, давайте я вам вот эту разверну. Это уже есть отшитая работа. И одна схема, кстати, есть свободная. У кого есть желание, вы можете забрать ее. Вот, вот такая вот, смотрите. У нас Стефа Гриньки вышивала в нашем СП. Вот. Сейчас я вам поставлю фотографию уже готовой работы. И, в общем-то, вот готовая работа. Единственное, что она практически вся по моему ключу. Единственное, что там в облаках Стефа что-то поменяла.
Вот, кому интересно, я оставлю ссылочку на канал Стефы Гринкиф. Она выкладывала отчеты, ход работы и так далее. И вот по поводу замены тех артикулов тоже можете посмотреть. Так, одна заготовка есть свободная, поэтому у кого есть желание, вы можете забрать. И вторая вот такая вот еще приехала. Потом, что у нас здесь? Смотрите, это схемы от Artlar приехали. Производители интересны, но они так редко вообще пополняют свой ассортимент новинками. Они печатают, как сказали мне, на искусственном немецком шелке. Вот. Но это что-то наподобие, вот как у ВДВ ткань. Вот где-то так, только они не проклеивают свою ткань флизелином. Девочки, в общем-то, берут, вышивают, но кто на руках, кто на пяльцах. В общем, так говорят, относительно ничего нормально. Но проблема в том, что вот смотрите, видите, в ключе вот сливаются, бывают цвета, бывает много таких близких, очень близких цветов, и все сливается, непонятно, как куда вышивать. Вот это вот проблема, конечно, есть. Ну, а сами сюжеты интересные. Вот этот лев вообще многими из вас полюбился. Как-то последнее время его активно заказывать начали. И вот уже готовая работа. Это я выкладывала... Точнее, не я выкладывала, а выкладывала одна из участниц нашей группы вот отшитую работу. Так, кому интересно. Вот. Дальше тоже у нас конек. Это такие вот разные всякие, как это, по фэншую, да, штучки. У них там целая серия таких есть. А вот это жить хорошо лучше, да, или как там? Хорошо жить лучше. Вот так называется эта схема. Она сложенная. Это полная зашивка. Ирина Чиж вышивает ее сейчас у нас в СП. И я вам выложу ссылку на ее канал, потому что фотографии, вот она вышивает по ключу, говорит, все реалистично, хорошо получается. Но вот фото сделать не получается, но какое-то такое серое выходит. Я вам оставлю ссылку на ее канал. Перейдите тоже, кому интересно, посмотрите, потому что видео, оно как-то намного лучше смотрится. Ну и то, как Ира говорит, что все равно не передает той красоты, что есть на самом деле. Так, это у нас приехал бисерок павлины, но я не буду раскладывать их. Вот, вот такие вот павлины. И знаете, что я еще хотела показать? В одном из предыдущих видео я показывала, как раскрывала тигра от Стефы Гринкиф. Я получила с тигра. Точнее, Сашенька вышивала, а Стефа, его ее мама, отправила мне работу. И я показывала, как я прямо вот так вот разворачивала этот кулек, пакет, упаковку, да. И мне написали, что вы так зверски, вы что, не можете аккуратно сделать? Вот я вам сейчас кое-что покажу. Я просто этих павлинов увидела и сразу вспомнила, да, и вспомнила тот комментарий, что мне написали. Точнее, мне не в комментарии, а мне там в личной переписке написали, но мне без всяких претензий, так просто в шуточной форме. Так вот, когда-то я, ну, еще давно, когда только начинала работать, вот приехали ко мне тоже эти павлины, но они приехали не только эта схема, там была посылка, в общем, посылка, да, собранная. И я ножницами начала подрезать эту посылку. С тех пор я ножницами открываю только коробки, то аккуратно. И видите, как вот я чеканула схему ножницами. Поэтому после этого посылки, которые идут в таких мягких пакетах, я разрываю только руками. Вот, хотя вроде я аккуратно я нащупала, казалось бы, ножницами, аккуратно нащупала, чтобы не задеть, и вместе с тем, вот видите, что делаю. Так она у меня лежит, но сейчас вот я, может, ее Ире Клименко отправлю. Она говорила, что может что-нибудь там приспособит, как-то частично ее вышьет. Ну, что-нибудь там придумает. Знаете, как Ира такая у нас любитель пофантазировать. Поэтому опыт открытия посылок ножницами, к сожалению, у меня есть такой негативный. Так, дальше благовест. Ну, тут кое-что, то, что... Вот, смотрите. А, кстати, Ира Чиж тоже вот этих сов вышивает. Вот, перейдите на ее канал, кому интересно. А по благовесту тут, в общем-то, кто смотрит мои видео, то будет многое, что дублироваться. Вот эти маки пока я еще не получала. Это первый раз. Смотрите, какая схема интересная. Ну, она у нас сложная, частичная зашивка. Получается, тут штора зашивается, да? А, ну, тюль, штор, что там. А, и сам букет. А вот фон там, окно вдалеке, это уже не зашивается. Что у них тут с ключом есть? Ключ они вот в таком виде, видите, указывают. Так, дальше тут у нас чуть-чуть перемешка. Ну, давайте я так уже в перемешку и буду вам показывать. Это у нас получается именная икона, да,
Так, анютины глазки, там где-то еще должны быть схемки. Ой, смотрите, какая прелесть. Это на атласе напечатано. Вот. Барышня, интересно, я ее еще ни разу не получала. Мишутки такие тоже прелестные. В детскую комнату, да. Вот такая вот схемка тоже интересная, смотрите. Потом, что у нас тут по жемчужной серии? Ну, я уже не раз показывала вам относительно жемчужной серии. Я вам постараюсь не забыть конечной заставкой оставить отшитые работы, там, где нам благовест отправлял по этой жемчужной серии. О, сколько ангелов много заказали. И отшитые, и относительно ключа, да, вот что они там указывают. И так далее. Ну и напомню, что мы поменяли бусины. Мы уже не используем чешские бусины, потому что они получаются, ну вот мне посоветовали, но мне, честно говоря, в итоге не очень нравится. Хотя девчонки выкладывают, вижу отшитые работы, хорошо смотрятся. Но вместе с тем мы взяли такие более круглые бусины. Это акриловые. Я показывала на своем канале уже их. И китайские, но они смотрятся просто чешские бусины, они такие более выпуклые, более сплюснутые, знаете, не совсем то получается. Вот решила вам все-таки показать, сейчас фокусирую. Вот. Вот это чешские, видите, они такие более сплюснутые, да. Мне посоветовали сначала их брать, вот. Ну я так все-таки потом перешла на вот эти вот. И уже девочки выкладывают с вот этими отшитые работы. И как-то, как по мне, то мне глаз больше они радуют. Так, а вот это вот, смотрите, на габардине уже идет. Это тип по типу жемчужной серии, но оно уже по-другому чуть-чуть называется. Там, ну, не идет, скажем так, как жемчужная серия. Жемчужная, вот она, в золоте и в серебре. Вот у нас. Так, под этим видео, конечно, будут ссылки на наши контакты, так что переходите, у кого есть желание сделать заказ, можете заказывать. Отправляем мы по всему миру. Вот, по Украине расчетный счет, ну, то есть оплата производится на расчетный счет нашей организации. Если из-за рубежа, то это, ну, на данный момент, это одним из там переводов, допустим, Western Union там, или RIA, ну, из этой серии. Но что-то Western Union в последнее время начал блокировать платежи, не знаю, с чем это связано, но как-то через раз, то нормально приходит, то блокируется. Вот. Отправляем мы обычной Укрпочтой. Вот. И по ссылке, вы знаете, вообще по всему миру, ну, я рассказываю именно за рубеж, да, обычно где-то от недели до двух недель вот так вот приходят посылки. Как-то проблем нету с отправкой посылок. Когда-то было еще года три назад, девочка где-то там ближе в России, где-то ближе к Китаю находилась, она город, ну я уже не помню, что это за город был, вот, то в районе 3 недель ехала посылка. А так, в общем-то, нормально. Ну, сейчас, учитывая, пока еще границы закрыты, то, по-моему, это вообще единственный способ Укрпочта. Если, допустим, частные перевозки, то они очень дорогие. Рейсовыми автобусами, ну, даже когда не открыты, когда открыты границы, да, я как-то не рискую рейсовыми автобусами передавать другие страны, потому что я отдаю, я ответственна за эту посылку, а как она до вас доедет, у меня никакого ни документа, ничего, скажем так, подтверждающего нету. Когда я Укрпочты отправила, у меня есть чек, по которому, если что, я могу предъявлять претензии, либо возвращать посылку, ну, или находить ее каким-то образом. Так, дальше у нас Эдельвейс. Я говорила уже, что в первый раз делаю закупку по этому производителю, потому что, поэтому, точнее, в общем, буду разворачивать, рассматривать вместе с вами, так как все я это вижу впервые. От вас большая просьба, помощь зала. Напишите, пожалуйста, кто вышивал уже по этому производителю картины, с заготовками уже работал, как они вообще в отшиве, да, как читается. Ну, я вижу, что уже вижу, что символьные значки есть, подкрашенные разным цветом. Это мне уже, скажем так, приятно. Вот, но тут еще важно, как они потом в готовом виде, да, насколько, какая проработка и как дают ключи. Я вижу, что ключи есть. Вот, но какие они и что в готовом виде получается. Вот смотрите, вот такая барышня прорисованная, да, с волками. Но я не буду эту огромную схему разворачивать. Мы и так вот видим. Это атлас, да, атлас.
Мне, кстати, говорила вот Валя, что они как-то непонятно печатают. Они вроде заявляют, допустим, та атлас, та габардин, но печатают, могут то так напечатать и как-то договориться, уточнить невозможно, да, то есть то, что прислали, то и делаем. Но ткань плотная, то есть несмотря на то, что там, допустим, пришел атлас вместо габардина, ткань плотная, хорошая, качество хорошей ткани. Вот, видите, сама прорисовка хорошая. Ну, пожалуйста, расскажите, что там с готовыми работами, да, как они выглядят. Так, это тоже у нас павлины. Ну, не хочу я большие разворачивать. Так, посмотрим. Угу, это вот Эдельвейс. Давайте вот этот домик я разверну. Эти. Кстати, вы пишите мне, какие вы хотели бы, чтобы я развернула. Да, только в комментариях пишите, не пишите в личку, потому что в личку я потом все это забывается, теряется. Напишите мне лучше в комментариях, потом я просто пробегусь, посмотрю, и как бы мне удобнее будет сконцентрироваться, да. Точнее, не сконцентрироваться, а вернее собрать. Так, ну вижу, атлас очень плотный, ребят, плотный, смотрите. Ну, конечно, я на ощупь, вот, вам попробую вот так вот передать, то есть... Довольно-таки плотный атлас. Ну, вот этот любимый домик всеми, да, почему я и решила развернуть его, потому что этот домик очень такой популярный, востребованный. У многих производителей есть эта схема, но разных размеров и разной читаемости. Но здесь вообще прелесть, да, то есть то, что я сейчас вижу, символьные значки, отделительные. Ну, то есть мы понимаем, что, где, как вышивать. Вот. Надеюсь, также и потом готовые работы тоже будут хорошего качества. Ну, я имею в виду интересные проработки. Это так, знаете, смотрю и чуть-чуть о своем уже начинаю вникать в сюжет, в разработку и чуть-чуть путаюсь в разговорах. Так, дальше, значит, вот такой вот котик. Фон зашивается, здесь полная зашивка. И вот посмотрим, видите, проработка какая, символьные значки есть. Конечно, интересно, что здесь они с ключами дают, какие ключи у них. Так, дальше. Вот такая вот авторового формата. Такие вот красочная такая, полная зашивки. Сова, ну сов вообще вы многие любите. Так, это на фоне мой бисер. Вот я вам сейчас его разверну. Видите, какая у меня стена бисера. Ой, это меня как-то просили. Покажите, надо вам видео снять рабочей комнаты моей. Как у меня вообще, ой, как вам сказать, как у меня организация, да, то есть организация моей рабочей комнаты, я-то ведь работаю дома, и тут еще очень важно все это правильно, скажем так, организовать, чтобы и жить было где, и работать. Вот, ну а кто сейчас скажет мне, так, снимите помещение, этот вопрос у меня вообще закрытый, то есть я работать могу только дома. То есть не могу я уходить из дому надолго. Вот, поэтому мы и работаем в домашних условиях. Так, дальше, вот такой вот бокал с виноградом. Потом... Я так понимаю, это как заготовка наволочки. По-моему, так кажется, если я не ошибаюсь. По-моему, заготовка наволочки. Ну, как видите, это можно даже просто картиной оформить. Вот, вот так вот. Это просто передняя часть, без задника, не пошитая, ничего. То есть, сама заготовка просто. Давайте символьные значки сбиваю, чтобы увидеть конкретно рисунок, да? Поэтому давайте мы вот таким образом, я вам картинки буду показывать, что в готовом виде должно быть. Потом дальше. Волки. Пара волков. Ну, тоже любимая вами тема. Это полная зашивка. Вот что в готовом виде должно быть. И вот так это выглядит. Ну, вообще, девочки, вот было, писали, я уже спрашивала относительно Эдельвейса. Качество проработки и ключей, то писали, что вообще девчонки довольные, нравится качество. Ну а там дальше уже будем посмотреть, как говорится. Так, это, по-моему, это, кажется, триптих, да? Нет, да, это триптих. Вот такой вот готовый вид должен быть, вот так вот. Это одна из частей, вот еще сложенные. Потом смотрите, какая малышка. Ой, прелесть какая. Главное, чтобы еще хорошая проработка была.
Вот. Потом, что здесь у нас? Город, ночной город, такое впечатление, такие яркие краски. Котик. Ну вот смотрите, вас может испугать вот какая-то такая зернистость, мешанина, непонятно, да? Это все из-за символьных значков. Это говорит наоборот о хорошей качественной проработке. Хотя, конечно, бывает за этими символьными значками и такая мешанина прячется, что действительно плохая проработка. Ну вот я была, сталкивалась с одним украинским производителем, который, ну типа Киев, Украина, скажем так. То там вроде и символьные значки есть, и то, и все. А девочки, как показывали, отшитые работы, просто ужас. И я перестала с этим производителем работать. И проработка плохая, и ключи они очень плохие дают. В общем, тяжело все было, поэтому пришлось вообще прекратить работать. Такое, к сожалению, тоже бывает. Вот. Это у нас триптих, да? Нет, подождите, это панелька, длинная панелька, она у меня здесь сложена. Вот так это выглядит. Так, такая красота. Угу. Розы, 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 розы. Давайте эти розы как-то мне хочется развернуть. Все-таки что-то надо развернуть, да? Это у нас атлас. Нет, это не... Да, это розы. Вот, розы. И ноты, да, такая музыкальная тема. Нет, наверное, вот так вот их надо класть, вот так вот туда-сюда кручу. Но очень плотный атлас, ребята, очень плотный. Где-то, знаешь, тебе по плотности такой вот, как у барвиста, я бы даже сказала, что поплотнее. Вот рыбка вот такая вот. Потом парусник. Ой, кстати, относительно закупок, да, я ж все показываю, показываю, значит, на следующей неделе, так, график закупок перед вами по числам, пробегусь, значит, планируем золотую подкову Масмару, картины бисером, потом Баттерфляй и Верена у нас будет акционная, минус 10%, еще продолжается скидка, поэтому у кого есть желание, до конца следующей недели, пожалуйста, сбросьте заказ, только не в конец недели, потому что вы уже можете не попасть в саму закупку, а там где-то вторник, среда, постарайтесь определиться. Вот, ну и все тоже планируемые закупки на этой неделе я сделала, завтра жду посылку от Арцола, вот те пазлы, помните, новые вышли у них пазлы, пазлы, органайзер пазлы, вот. Покажу вам потом, что еще Верена отправили мне посылку вчера, барвиста вышиванка. В общем, короче говоря, получим Мика. Едет там еще много нам всего. Есть что смотреть, рассматривать. Вот. А вот этот домик, тут, по-моему, кажется, все есть. По-моему, заказывали зима, лето, осень, если я не ошибаюсь. Или то я просто на сайте видела. Но вот это, видите, схема есть. Я помню, что-то подобное у барвистой вышиванки, у бисерка, кажется, есть. Что-то вот такое подобное, кто увидит, заметит. Ну, конечно, часто производители бывают повторяют сюжеты, но они как многие просто берут картинки, да, и свои уже разрабатывают сюжеты. Так, это у нас триптих, вот так это должно выглядеть. Вот такой же есть триптих еще у бисерка, вот, по-моему, с часами, кажется, там часы еще есть. Вот, ну, конечно, вижу, здесь проработка совершенно другая. Видите, тут читаемость хорошая. Смотрите. Вот. Так, дальше. Цветочки, сирень. Зайчата. Зайчики, что-то там. Да, и зайчик. Вот. А потом вот такой вот осенний парк. Красочный, да, и в общем завершение вот еще, так, этот парк мы только что видели, да, то же самое, лавочка, кстати, вот эта лавочка вообще очень любимый сюжет у многих от разных производителей, подобная есть с лавочкой, осень, лавочка, парк, в общем, такое, и в заключении.
И еще дальше относительно подарков к вашим заказам. Вот такие вот мини-палитры чешского бисера Пресиоза. Мы их сами вышиваем. Вы можете получить в подарок. Всего у нас их 8 разных штук. Одна вот такая на текстильной основе есть, да? И вот на пластиковых. Единственное, что сейчас просто все уже разобрали. Это совсем немного осталось. И приходится... Вот смотрите, вот такие есть. Но это еще не пошитые. Видите, только заготовки сделали, еще не пошитые. Что тут еще есть? Вот красные вот такие вот у нас. Но они получаются, вот они красные. Вы можете как, скажем так, на одном листе все взять, да, так и по отдельности, каждую по отдельности, вот таким вот образом, на пластиковой основе. Так, условия получения подарков у нас в группе есть, написаны. Сразу, когда заходите в группе, и висит объявление с графиком закупок, и прописаны правила получения подарков. Вот, закончились, уже многое разобрали, красных нету, серых нету, сейчас опять отшивать их будем, потому что много чего, видите, всего лишь вот эти только остались и все, а, и вот зеленые, остальное уже разобрали. Вот, ну, на сегодня все, ждите следующее мое видео с посылками, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчики, пока-пока.